Алания из Владикавказа. Безусловно, центральный матч 13-го тура. Ротор занимает в чемпионате России сейчас 4-е место. Вот посмотрите турнирную таблицу, 23 очка у команды, у клуба Алания, напомню, чемпиона России прошлого года, 29 очков. Обе команды неплохо выступают в последних турах. Футболисты Алании не проигрывают уже 7 туров. Волгоградцы не знают поражений в 6 матчах уже. Ну и любопытно, что вот обе команды проиграли по одному матчу московскому «Спартаку». Сегодня последний тур, 13-й тур, перед большим перерывом, связанным с выступлением сборной России на чемпионате Европы. Чемпионат теперь возобновится в начале июля наш. Ну, правда, вот 21 мая еще несколько матчей состоятся, в частности, пропущенный матч «Спартак-Жемчужина». Еще несколько встреч в связи с тем, что Кубок Интертота, как вы знаете, в этом году разыгрывается. Там несколько наших команд выступают. И вот матчи «Ротор Черноморец», в частности, «КамАЗ» «Алания» перенесены на 21 мая также. Ну, а это составы команд. Смотрите, чуть попозже я их вам назову, прокомментирую. А пока скажу о том, что накануне в Волгограде весь день шел дождь, и сейчас, вот обратите внимание, такое хмурое небо, тучи, но дождя нет. Поле в хорошем состоянии, поле центрального стадиона, который вмещает 40 тысяч зрителей. Ну а это бомбардиры, да, сегодня матч имеет свой подтекст. Олег Веретенников, лидер волгоградского «Ротора», забил 4 мяча. В споре снайперов он занимает 6-е место, так же, как и Владимир Нидергаус. Ну а лучший бомбардир чемпионата и, естественно, лучший бомбардир клуба «Алания» Мирджалол Касымов 8 мячей он забил. Стадион не заполнен. Ну, я думаю, что 1025-27 присутствует на матче. Должен вам сказать, что перед началом встречи к болельщикам обратился главный тренер волгоградского «Ротора» Виктор Прокопенко. И сказал о том, что футболисты «Ротора» приняли решение поддержать на выборах президента России кандидатуру Бориса Николаевича Ельцина. Ну, вы знаете, наши ведущие клубы, и московский «Спартак», и «Алания», и «Локомотив», и другие команды приняли решение поддержать кандидатуру Бориса Николаевича. И вот «Ротор» к этой инициативе присоединился. И футболисты надеются, что многочисленные болельщики, многочисленные любители футбола тоже поддержат эту инициативу и поддержат на предстоящих президентских выборах кандидатуру Бориса Николаевича Ельцина. Итак, начинается матч. Прямой репортаж на телеканале ОРТ из Волгограда. Футболисты Алании в своей традиционной красно-желтой форме. Волгоградцы в белых футболках и синих трусах. Составы команд. Футболисты Алании. Вратарь Дмитрий Крамаренко. Заза Ревишвили номер 2. Сергей Тимофеев 3 номер. Муртаз Шелия номер 4. 5 номер Олег Корниенко. Амар Тетрадзе номер 6. Инал Джуев 7 номер, капитан команды. 8 Игорь Яновский. 9 Мирджалол Касымов. 10 Анатолий Канищев. 11 Аслан Даддеев. Валерий Георгиевич Газаев, главный тренер клуба «Алания». И первый острый момент у ворот гостей. У «Алании» не играет сегодня из-за травм несколько ведущих игроков, в частности, Бахва Тедеев, Артур Пагаев. Давно уже не играет Сергей Теркач. И, кроме того, дисквалифицирован один из самых способных, самых перспективных футболистов команды Агаев. Он в предыдущем матче получил желтую карточку. Состав хозяев поля, который сейчас с мячом. Второй номер — это Александр Шмарко. А вратарь — Андрей Самаруков. Александр Шмарко номер 2. Валерий Бурлаченко 3 номер. Максим Кищенко номер 4. Александр Беркетов номер 5. А это Дмитрий Крамаренко. 6 Альберт Борзенков. Игорь Корнеец номер 7. Владимир Нидергаус номер 8. Олег Веретенников, капитан команды, номер 9. 10 номер — Валерий Есипов. 11 Александр Царенко. Главный тренер команды — Виктор Евгеньевич Прокопенко. И судейская бригада. Виктор Филиппов, главный арбитр. Евгений Рунов и Юрий Аникин, лайнсмены, все судьи из Москвы. Итак, 0-0 в матче «Ротор Волгоград», «Алания Владикавказ». У «Ротора», так как у «Алании», некоторые проблемы с составом. Не играет один из ведущих футболистов команды, один из лучших защитников нашего российского футбола — Владимир Геращенко, который получил тяжелую травму в матче с «Зенитом».
И небольшие перестановки в связи с этим в составе ротора произошли. В частности, правый защитник Шмарко играет на позиции последнего защитника, на той позиции, которую занимал обычно Геращенко, а место на правом фланге обороны занял Александр Царенко, у него 11 номер. Скамейка запасных клуба «Алания», и там вот Валерий Георгиевич Газаев на дальнем плане был. В атаке хозяева, футболисты ротора. И Тищенко идет вперед. Шмарко. И положение там вне игры. Владимир Недоргаус, нападающий волгоградского ротора. Свободный удар Тетрадзе у мяча. Особо, конечно, интерес вызывает игра Амара Тетрадзе и Игоря Яновского, кандидата в сборную России на поездку на чемпионат Европы. А это капитан команды Инал Джуэй. Очень важный, очень интересный матч. Перед началом этого сезона специалисты говорили о 7 командах, которые будут задавать тон в этом чемпионате. Ну, так и есть именно эти команды. 5 московских и участники сегодняшнего матча. Алания и Ротор на ведущих позициях сейчас в российском чемпионате. Шмарко. Этот игрок может хорошо персонально сыграть. Корнеец. Идет вперед Александр Беркетов. Марко вновь. И вновь мы уже в который раз видим, футболисты Алании дружно выходят в центр поля. Пытаются поймать соперников, создав искусственное положение вне игры. 0-0, и пока довольно осторожно обе команды начали эту встречу. Корнеец. И хорошая передача на Борзенкова. Смещается в центр, бьет, и в игре вратарь Дмитрий Крамаренко. Наверное, любители спорта прекрасно помнят его отца, Сергея Крамаренко, который долгие годы с успехом защищал ворота Нивчи. Ну и вот Сергей Крамаренко был, собственно, первым тренером Дмитрия. Дмитрий, вы знаете, играл в «Динамо», в «Торпедо». Ну вот перед началом этого сезона его Валерий Георгиевич Газаев пригласил в свою команду. И атака хозяев поля. В первую минуту очень активно на левом фланге они действуют. Веретенников с мячом. Получает мяч. И удар. И гол. Вот так в начале матча футболисты волгоградского ротора хозяева открывают счет. Давайте еще раз посмотрим эту комбинацию. На левом фланге здесь Веретенников сыграл с партнером, получил мяч в одно касание. И сразу вот этот пас оставил за спиной там нескольких защитников Владикавказского клуба. И лучший бомбардир волгоградского клуба Олег Веретенников забивает свой 5-й мяч. Да, вот 5-й мяч в сезоне. Ну и вообще хочется сказать, что Олег Веретенников лучший бомбардир прошлого сезона и лучший бомбардир вообще среди всех футболистов в России. Он забил сейчас свой 71-й мяч в чемпионатах России. Итак, 1-0 на 7-й минуте первого тайма. Олег Веретенников открывает счет. Забил Олег Веретенников номер 9. Конищев.
Беркета выбивает мяч за пределы поля. Поражает ворота соперников. И будем надеяться, что обретет к концу сезона, может быть, и раньше, наиболее важным матчем, обретет оптимальную спортивную форму лидер волгоградской команды. Вновь в атаке хозяева Тищенко. И угловой удар. Первый угловой в сегодняшнем матче. Поворот Дмитрия Крамаренко. Ну вот, в составе ротора с левого фланга угловой подает Корнеец. А справа Олег Веретенников. Ну, сейчас не очень удачно разыграли мяч футболисты ротора. И вновь с мячом Дмитрий Крамаренко. Петрадзе прошел, наверное, метров 30, но пас не очень точно получился. Пока вот сыграно минут 8-9, чувствуется заметное территориальное игровое преимущество хозяев поля. Беркетов. И положения вне игры нет. Продолжают владеть мячом хозяева. Остановил встречу ротора и Алании. Всего лишь 6 матчей. И преимущество здесь у игроков клуба Алания. Они одержали 3 победы, 2 матча закончились в ничью, и одну встречу выиграл ротор. Причем, что интересно, ротор в Волгограде ни разу не обыгрывал клуб Алания. Единственную победу ротор одержал со счетом 1-0. Ну, считается, на своем поле, но ротор тогда, в 93-м году, играл домашний матч на стадионе в городе Волжский. А вот на этом стадионе, центральном стадионе в Волгограде, дважды в ничью заканчивались матчи 1-1. Ну а у себя дома футболисты Алании трижды обыгрывали волгоградцев. Нарушение правил, вновь Джоев на газоне. Тимофеев. Очень плотно, очень жестко стараются на первых минутах действовать футболисты ротора. Не дают соперникам свободно принимать мяч. Шеле. Петрад зайдет вперед. Яновский. И длинный перевод мяча туда, пас к штрафной площади. Там очень внимателен Тищенко. Но вот пока отсутствие в центре обороны Геращенко не сказывается на игре волгоградцев. Но вообще очень обидно. 2 года назад Геращенко считался одним из лучших центральных защитников в нашем футболе и в сборную привлекался. По-моему, в Америку ездил на серию товарищеских матчей. Но вот в прошлом сезоне очень тяжелую травму получил и первую половину сезона пропустил. Потом вроде бы восстановился. На сборах в Германии ротор проводил сборы перед началом этого сезона. Еще одна травма. Вроде бы тоже поправился. И вот еще одна, третья травма за последние 2 года. Очень обидно. Талантливый, способный футболист Владимир Геращенко вынужден в последнее время в основном лечиться. А это Александр Беркетов.
центральный полузащитник. Жесткая борьба, много столкновений, много единоборств. Первые минуты Ревишвили. Прекрасно. Но третьего защитника не удалось пройти. И вновь атака ротора быстрая, набирает скорость Беркетов. Вот не всегда футболисты Алании, если судить по первым минутам, успевают отходить назад. Небольшой разрыв между линиями получается. Яновский. Касымов. И передача на Конищева. Пока не очень активен Конищев в этом матче. И вообще в прошлом сезоне он смотрелся получше, как считают многие специалисты. Но, может быть, дело в том, что у него нет достойного сейчас партнера в линии нападения. В прошлом сезоне прекрасно взаимодействовал Конищев, вы помните, с Михаилом Кавилашвили. Но Кавилашвили сейчас в Англии, уехал в Манчестер-Сити. И равноценного партнера пока Конищеву найти не удалось. Хотя пробовались и Джамараули, и Климов. Но скоро начнется период до заявок, и Валерий Георгиевич Газаев неоднократно уже обещал, что минимум одного сильного форварда пригласит в ряды своей команды. Яновский. И с мячом голкипер Андрей Саморуков. В общем, прошлый сезон не очень получился у Саморукова. Не очень тренеры были им довольны. Хотя в международных матчах, если вы помните, с Манчестер Юнайтед, с Бордо, Саморуков очень неплохо выглядел. Ну, может быть, мешает отсутствие конкуренции. Обыгрывает пока клуб Аланию из Владикавказа, лидера нынешнего чемпионата, победителя прошлогоднего первенства страны со счетом 1-0. Этот мяч на 7-й минуте забил Олег Веретенников. Но сегодня еще 8 матчей 13-го тура, в том числе 3 игры в Москве. Две из них начались в одно и то же время, что вот матч в Волгограде, поэтому по ходу этого матча, если у нас будет какая-то информация, мы, конечно, будем вам сообщать. Конечно, нас интересует, как играет «Спартак» с «КамАЗом». «Спартак» – главный преследователь клуба «Алания». У «Спартака» игра в запасе. И по потерянным очкам он отстает всего на 2 очка от владикавказского клуба. Татарадзе. И вновь приходится отходить назад, вновь приходится подключать защитника футболистам Алании. Но вот длинный вновь перевод мяча туда к линии штрафной площади. И аут. Аслан Даддеев. Конищев. Очень непросто Конищеву тут развернуться. Александр Шмарко с мячом. Корниец. Очень активный левый полузащитник в составе ротора Игорь Корниец. Ну, очень опытный футболист. Ему 28 лет, прошел в школу и киевского «Динамо», и «Шахтера». Порой может так обострить игру, подключиться к атаке, сделать острую передачу, нацеленную в штрафную площадь. Но вот один, пожалуй, недостаток. Мало забивает. В прошлом сезоне ни одного мяча не забил. И в этом пока тоже, на его счету, нет забитых мячей. Яновский. Очень самоотверженно волгоградцы играют у линии штрафной площади.
Вот Канищев отошел назад, сделал передачу налево и не точно. Обидно поскользнулся кто-то из футболистов волгоградской команды. Но с мячом хозяева. Не дошла передача до Есипова. По-прежнему 1-0. Сыграно около 20 минут в первом тайме. И Яновский делает длинную передачу туда за спину защитникам. Но положение вне игры. Вот самая разнообразная информация и по штрафным ударам, и по угловым. Вот сейчас по офсайдам предлагается вашему вниманию. Петрадзе. Попытка атаковать левым флангом. И вновь удар от ворот. Ну, не все, наверное, знают, что Андрей Саморуков коренной москвич. И в свое время его приглашали едва ли не все московские команды. И в «Локомотиве» он мог оказаться, и в «Торпедо» учился в одной школе с Игорем Чугайновым, с Максимом Чельцовым. И в «Динамо». Между прочим, в «Динамо» его приглашал Валерий Георгиевич Газаев, когда сам тренировал московскую команду. Ну вот видите, как складывается порой неожиданно судьба футбольная. Так ни в одном московском клубе Саморуков и не заиграл. Но поиграл достаточно. И в «Факеле», и в «Текстильщике», и вот сейчас в «Роторе». Вперед идет Царенко, который сегодня на месте правого защитника действует. Ревишвили. Касымов. Не успел к мячу. Нападающий волгоградского «Ротора». А это Корниенко. Олег Корниенко, 22-летний защитник клуба «Алания». Вообще, очень много травм обрушилось на футболистов Владикавказского клуба в этом сезоне. Вот, я уже говорил, травмированы Деркач, Пагаев, Тедеев, который так прекрасно начал сезон. И Корниенко. Ну, Корниенко попал в аварию автомобильную, очень тяжелую, долго восстанавливался, но вот выздоровел сегодня на поле. Пятый номер Олег Корниенко. А в атаке хозяева. Потеряли мяч и попытка организовать контратаку футболистами клуба «Алания». Вообще мы, конечно, с особым пристрастием, с особым интересом следим за игрой нашего чемпиона, ведь совсем скоро ему принимать старт в престижном турнире Лиги Чемпионов. И придется начинать с предварительного раунда, и могут достаться в соперники клубу «Алания», чтобы выйти в число сильнейших 16 клубов. Такие сильные команды, как «Глазго Рейнджерс», «Стяуа»,
а может быть даже и киевская «Динамо». Поэтому каждый матч сейчас клуба «Алания» мы оцениваем уже с точки зрения того, как команда будет выглядеть в Лиге чемпионов. Там ведь несколько другие требования предъявляются, чем в нашем чемпионате. Вот передача на свободное место. Удар по воротам. Так самоотверженно играет Валерий Бурлаченко. Ну а так продолжается Яновский. Здесь Даддеев хорошо играет. Касымов. И Олег Веретенников подхватил мяч. Нидергаус. Удар по воротам. Постепенно оживляется, обостряется игра. Резко возросли скорости. И достаточно много уже было их острых ситуаций у ворот обеих команд. По-прежнему 1-0 с мячом вратарь Андрей Саморуков. Да, во всех матчах принимал участие Саморуков, и вообще он очень много игр сыграл подряд вот в чемпионате России. 85-ю игру сегодня проводит подряд в составе волгоградского ротора. Ревишвили на ваших экранах. Второй номер Заза Ревишвили. Тоже очень интересно. В прошлом сезоне в стартовом матче чемпионата прекрасно он сыграл в составе клуба «Алания». Проявил незаурядное индивидуальное мастерство, а потом заболел гепатитом. Весь сезон пошел на смарку. И вот в этом сезоне постепенно Ревишвили набирает форму. Пока он не всегда, может быть, играет так, как хотелось бы тренером, но будем надеяться, по ходу сезона прибавит этот футболист. А там активно очень ведет борьбу за мяч Бурлаченко, третий номер. Опорный полузащитник. Вот передача на ход неточно. Перехватил мяч Борзенков. Очень много зависит от этого футболиста. Шестого номера Альберта Борзенкова. Он в центре поля выполняет огромный объем работ. И пока, по-моему, справляется со своими обязанностями. Некому выбросить мяч. Смотрите, все прикрыты. Бурлаченко пас туда, на правый фланг. В атаке гости. Ревишвили. И продолжается атака. Вновь навес. И удар по воротам. Такой коварный удар, но Саморуков здесь сыграл неплохо. Да, по-прежнему 1-0, 31-я минута первой половины встречи. Напомню, в самом начале матча красивую комбинацию разыграли футболисты ротора, которая завершилась четким ударом
Олега Веретенникова. Беркетов. Очень высоко. Седьмой номер Игорь Корнеец. Перевешвили бросает из аута мяч. Неожиданно поскользнулся игрок владикавказской команды. Контратака. Нидергаус как прекрасно сыграл. Ну! И в завершающей стадии атаки пробил рядом со штангой Владимир Нидергаус. Какой прекрасный был момент у него. Как обыграл защитника. Давайте еще раз посмотрим. На ложном замахе убрал мяч под себя и пробил рядом, в нескольких буквально сантиметрах от стойки ворот прошел мяч. Реальнейший шанс добиться успеха у волгоградских футболистов. Но вот по ударам, по воротам, если судить, солидное преимущество ротора. Правда, в основном эти удары шли намного выше ворот. Штрафной. Косымова сбили, если не ошибаюсь. Но Миржелол Косымов, еще раз скажу, лучший бомбардир чемпионата России. Забивает мячи на любой вкус. В матче с черноморцем свой фирменный забил мяч со штрафного. А в прошлом туре с игры в принципиальнейшем, ответственнейшем матче, который футболисты Алании проводили с московским Локомотивом. 1-0 выиграл наш чемпион у серебряного призера. Косымов. Словно заколдованная какая-то вот штрафная площадь волгоградской команды. Никак туда не удается пробиться владикавказским футболистам. Только один раз наносил удар головой. По-моему, Даддеев это бил. А это Ревишвили. Конищев смещается в центр. Там на Косымова делал передачу. Шеле. Итак, напоминаю, на телеканале ОРТ прямой репортаж из Волгограда о центральном матче 13-го тура чемпионата России «Ротор Алания». А совсем скоро, в ближайшую среду, на телеканале ОРТ большой футбольный вечер, посвященный финалу Кубка Европейских Чемпионов. В 22 часа начало нашей программы. Сначала программа небольшая такая, 20-минутная, которая представит участников финального матча Кубка Чемпионов «Ювентус». Аякс, а потом в прямом эфире репортаж с Олимпийского стадиона в Риме. Так что любителей футбола приглашаем в среду посмотреть финальный матч Кубка Чемпионов. А в атаке ротор вновь. Удар по воротам. Несильный удар. И в игре Дмитрий Крамаренко. Ну вот как-то так получилось, что Крамаренко прочно занял место в основном составе владикавказского клуба. Сегодня проводит свой 9-й матч уже. И, увы, может быть, есть, наверняка есть поклонники таланта Заура Хапова, прекрасного нашего вратаря. Заур Хапов на скамейке запасных пока.
Ну, собственно, вот Валерий Георгиевич Газаев говорил, что вратари стоят до первой ошибки. Капов не очень удачно сыграл с московским «Спартаком», и вот с тех пор постоянно в воротах клуба «Алания» Дмитрий Крамаренко. Заза Ревишвили был на ваших экранах. А это Игорь Корнеец. Ну, долго-долго выгадывал, кому вбросить мяч, сыграл все-таки не точно. Там подтолкнули Бурлаченко, так что штрафной удар. Меньше 10 минут до окончания первого тайма, по-прежнему 1-0. Ротор выигрывает у себя дома, на центральном стадионе. У лидера чемпионата, у клуба «Алания» из Владикавказа. И атакует Корнеец. Тищенко. В центре полузащиты очень опасный ротор. Это связка Веретенников-Тищенко. Тищенко, как и Веретенников, обладает хорошим ударом. Диспетчерские данные у него неплохие. Но, напомню, пришел из команды «Динамо» Ставрополь в этом сезоне в состав ротора. И вот передача какая вновь. Хорошая на свободное место Веретенников. Прострел какой острый. Есипов. Давайте еще раз посмотрим. Пробил выше ворот. Не смог замкнуть эту передачу. То есть регулярно возникают вот угрозы именно здесь по левому флангу. Атакует ротор, и все время какие-то провалы в обороне у владикавказской команды. Ну и замены, видимо, готовят тренеры. Кто в запасе у владикавказцев? Роберт Битаров, Георгий Боцев, Гочи Джамараули, Назим Сулейманов, Заур Хапов, Тамерлан Сикоев и Эдуард Бакаев. Ну, кроме Хапова, Сулейманова, все в основном молодые футболисты, которым около 20 или чуть больше. Вот так жарко стало на трибунах, что, видите, многие болельщики зонтики вытащили. Правда, не знаю, в какой степени черные зонтики спасают от солнца. Тетрадзе. Совсем немного времени до перерыва. Да, вот чуть больше 5 минут. По-прежнему 1-0. Нидергаус отошел назад. И вновь передача, но... И посмотрите, какая может быть атака! Крамаренко прекрасно играет. В ногах забрал мяч у футболиста волгоградского ротора. Это Александр Беркетов. Посмотрите еще раз. Смело бросился в ноги и овладел этим мячом Дмитрий Крамаренко. Ну что-то многовато острых моментов у ворот клуба «Алания» в первом тайме. Джиоев. Яновский. Касымов. И не точно. Итак, замена. Под 13 номером появляется 19-летний Георгий Боцев. Нападающий. Ну, посмотрим, кого он сейчас заменит. Какие произойдут изменения.
составе Владикавказского клуба, а пока угловой, едва ли не первый угловой у ворот Андрея Саморукова. Ну, Шелли пошел в штрафную площадь, он прекрасно играет головой. И Яновский там же. Саморуков не дотягивается до мяча, все-таки забирает мяч Андрей Саморуков. И быстро выбивает. Опечалены тренеры клуба Алания. Ну что ж, штрафной удар. Не дергался мяча. Ох, какой гол! Блестящий удар! Просто великолепный! Ну, вряд ли кто ожидал, наверное, что Нидергаус пробьет. А он подкрутил мяч в дальний угол. И Крамаренко, конечно, тут совершенно был не готов. Великолепный гол. 2-0. Ну, вот своеобразное состязание снайперов. Да, вот 5 мячей забил Веретенников. И 5 мячей теперь забил Владимир Нидергаус. Ведущие футболисты волгоградского ротора в первом тайме забили 2 прекрасных мяча. 2-0. На 43-й минуте Владимир Нидергаус со штрафного посылает второй мяч в ворота Дмитрия Крамаренко. Но должен вам сказать, что клуб «Алания» отличается совершенно потрясающими волевыми качествами. И достаточно сказать, что в чемпионатах России клуб «Алания» одержал больше всех так называемых волевых побед. То есть команда, по ходу матча проигрывая, смогла, пропуская мяч первый в свои ворота, смогла в итоге выиграть. 13 матчей, неблагоприятно складывавшихся для себя, «Алания» смогла выиграть, проигрывая по ходу встречи. В том числе и в этом сезоне, проигрывая на выезде «Черноморцы». Правда, тогда счет был 0-1, но в итоге владикавказцы выиграли 2-1. Поэтому должен вам сказать, что вот счет, конечно, 2-0, да, ротор имеет солидное преимущество, но ничего еще не ясно в этом матче. И можно ожидать совершенно неожиданного поворота событий после перерыва. Спорный мяч разыграли футболисты. Вновь перехватывают мяч волгоградцы и сбивают с ног, по-моему, Веретенникова. Да. Лидер атак волгоградского клуба получил травму. Может быть, да, повредил, видимо, голову при падении. Да, время первого тайма истекло. И на секундомере Виктора Филиппова тоже. 2-0 после первого тайма. Мячи забили Олег Веретенников и Владимир Нидергаус. Ротор выигрывает. Перерыв. Минута первого тайма. В атаке Олег Веретенников. Один из лучших снайперов команды. Ну, вместе с Нидергаусом они забили по 5 мячей. Комбинация Стенко. Веретенников выходит к воротам и беспрепятственно бьет в дальний угол. В дальний угол ворот владикавказской команды. Вот так уже в дебюте матча ротор открыл счет. А под занавес первого тайма прекрасно исполнил штрафной удар Владимир Нидергаус. Совершенно неожиданно пробил по воротам Дмитрия Крамаренко. И, конечно, такое решение было крайне для вратаря действительно неожиданно, и он вот
пропустил второй мяч. Но я здесь все-таки думаю, надо отметить главный тренер клуба Алания Валерий Георгиевич Газаев. Состав хозяев поля: Андрей Саморуков, вратарь, Александр Шмарко, номер 2, Валерий Бурлаченко, третий номер, Максим Тищенко, номер 4, Александр Беркетов, номер 5. А я смотрю, Омар Тетрадзе капитанскую повязку надел в составе клуба Алания. Так вот, Александр Беркетов, пятый номер, шестой Альберт Борзенков, седьмой Игорь Корнеец, Владимир Недергаус, восьмой номер, Олег Веретенников, номер 9, десятый Валерий Есипов, одиннадцатый Александр Царенко. Главный тренер команды Виктор Евгеньевич Прокопенко. И судейская бригада, вся она из Москвы, Виктор Филиппов, главный арбитр Евгений Рунов, Юрий Аникин, судьи на линиях. Что интересно, как правило, матчи Ротор-Алания обслуживали московские арбитры. Вот седьмой матч сегодня проводят команды, и шесть встреч обслуживали московские судьи: Юрий Савченко, Юрий Хлопотнов, Валентин Иванов, две игры, и вот Виктор Филиппов вторую игру тоже обслужит. Он судил матч в прошлом году, 10 июня во Владикавказе, когда клуб «Алания» выиграл 3-2. И вот сегодняшний матч, второй в карьере Филиппова матч «Ротор Алания». В атаке хозяева поля. Борзенков делал передачу в центр площади неточно. Шмарко. Но вот в первом тайме, вы помните, в самом конце получил травму Олег Веретенников. Он вернулся, но видите, у него такая повязка на голове белая. А вперед идет Есипов. Очень быстрый футболист, один из самых быстрых в нашем футболе. Но в первом тайме у него была одна возможность, когда Веретенников делал передачу с фланга, но Есипов пробил выше ворот, там из трудного положения, он в падении бил. Как-то он проявит себя после перерыва. В первом тайме Ротор чувствовалось, вышел с очень хорошим настроем на игру. Полная самоотдача в каждом игровом эпизоде, борьба до конца в каждой ситуации. И очень быстро футболисты Ротора переходили в середину поля, организовывали контратаки, и все время возникали такие бреши в обороне у владикавказцев, которыми волгоградцы пользовались. Вот после одной из таких быстрых контратак Веретенников открыл счет, и еще была одна возможность, великолепная у Недергауса, когда он практически один на один оказался с вратарем Дмитрием Крамаренко, пробил рядом со штангой. Итак, 2-0. Первые минуты второго тайма, и, конечно, сейчас надо ждать активности от футболистов из Владикавказа. Это болельщики. Их, я думаю, около 30 тысяч сегодня на трибунах центрального стадиона в Волгограде. Веретенников. Есипов. Сместился сейчас в центр Валерий Есипов. Но передача не получилась. Вот контратака, Шмарко. Оказался все-таки у мяча чуть раньше вратарь Андрей Саморуков. Ну, Алании, нашему чемпиону, которому мы все желаем успехов в самом престижном европейском турнире, сейчас очень непросто. И, в общем, вполне это объяснимо. Во-первых, и тренеры это подчеркивали, игроки, очень сложно играть вот Алании в чемпионате, в этом, в ранге чемпиона. Все команды настраиваются совершенно особым образом на встрече с чемпионом, на встрече с лидером. Так же, как сегодня настроился Ротор, вы видели по первому тайму. И недаром говорят, что удержать звание сильнейшего гораздо труднее, чем его завоевать. Вот с этим, с этой ситуацией сейчас столкнулся наш чемпион. Кроме того, ну, это, в общем, тоже распространенное явление. Очень много травмированных, очень много больных футболистов в составе Алании. Еще одна деталь. Несколько футболистов, да практически две трети владикавказской команды призываются в различные сборные. Яновский и Тетрадзе, вы знаете, кандидаты в сборную России на поездку на чемпионат Европы. Секоев, Боцев, который вот вышел на поле, и Агаев,
входят в молодежную сборную. Ревишвили и Шелия, они выступают за сборную Грузии, так же, как и Джамараули. Кроме того, Касымов играет за сборную Узбекистана, Сулейманов за сборную Азербайджана. И, знаете, календарь международный очень насыщенный, постоянно приходится тренерам игроков отпускать в различные сборные. И поэтому времени для полноценного тренировочного процесса не так уж много. Футболисты приезжают в разном состоянии физическом, кто-то с травмами, кто-то с повреждениями. И очень, еще раз скажу, тренерам нелегко в такой ситуации работать. Ну и еще одна, как мне кажется, проблема. Я в первом тайме вскользь о ней сказал. Проблема второго нападающего. Прекрасные полузащитники в составе владикавказской команды. И Тедеев, который, правда, сегодня не играет. И Касымов, лучший бомбардир. И Яновский. Но все-таки в прошлом сезоне взаимодействовали очень хорошо Конищев и Кавилашвили. В этом сезоне Кавилашвили больше за Аланию не играет. Конищев один, и ему очень непросто. Потому что, вот, например, Джамараули, который в запасе может появиться на поле, футболист, который не проходил предсезонную подготовку в составе клуба Алания, и ему очень непросто сейчас играть так, как он может, так, как он умеет, непросто действовать в паре с Конищевым. Так что вот с такими проблемами клуб Алания столкнулся в этом сезоне. Мы, конечно, болельщики, любители футбола, сочувствуем этой команде и желаем, чтобы она как можно скорее проблему решила и достойно представляла наш футбол осенью в Лиге Чемпионов. В атаке футболисты владикавказской команды. Удар по воротам головой. Выше ворот летит мяч. В первом тайме у Андрея Саморукова было не очень много работы. И еще раз хочется отметить, практически не ощущается отсутствие в составе ротора Владимира Геращенко, ведущего, стержневого футболиста. Он травмирован, но партнеры играют сегодня очень уверенно, с полной самоотдачей, и, в общем, в первом тайме обезопасили они ворота Саморукова от острых ситуаций. Ну вот, мы получили информацию об одном из московских матчей. Клуб ЦСКА, который занимает пока в чемпионате третью позицию, играет с «Жемчужиной». Но, насколько вот я знаю, та игра тоже началась в 5 часов, как и у нас. Так что вот счет 2-0 там, это, видимо, после первого тайма. Герасимов и Радимов забили мячи в составе ЦСКА. Ну, Алексей Герасимов один из лучших бомбардиров. Сейчас он вот забил свой 6-й мяч, догнал Бахву Тедеева. Ну вот, 2-0, он и Радимов вывели ЦСКА вперед, армейцы в погоне за лидером, за клубом Алания. А Касымов подает угловой с места левого крайнего. И Саморуков не дотягивается до мяча. Веретенников. И вновь быстрая контратака футболистов ротора. Пас. Хороший пас. Нидергаус налево. И поднимает там руку в сторону площади. Но в игре Крамаренко. Так, если я не ошибаюсь, 12-й номер появился в составе владикавказской команды. Это Роберт Битаров, 20-летний футболист. Еще одна замена. Опасная игра там была. Около 10 минут сыграно во втором тайме, по-прежнему 2-0. 2-0 в пользу волгоградского ротора. Технично. Как долго держит мяч Анатолий Конищев. Ну вот хитрец Касымов сейчас покажет нам свое умение выполнять удары со стандартных положений. Но, конечно, с этой точки-то забить сложновато. Нидергаус, когда забивал, находился не под таким острым углом.
Ну, посмотрим. Конищев там в штрафной, Яновский, Шелия, футболист, который хорошо играет головой. И вот удар головой, но не достать этот мяч. Не достать. Вновь удар от ворот. Ротор скандируют болельщики. Но здесь вообще в Волгограде особая совершенно обстановка. И вот эта заряженность трибун передается футболистам совершенно потрясающим настроем. Они выходят на каждый матч. Касымов. Но я хотел бы еще раз сказать о том, что футболисты Волгоградского Ротора приняли решение поддержать на выборах президента России кандидатуру Бориса Николаевича Ельцина. Вот видите, на табло такая надпись появилась соответствующая. И футболисты надеются, что и поклонники Ротора, поклонники вообще российских клубов, не только Ротора, других команд, также поддержат эту инициативу и проголосуют на выборах за Бориса Николаевича Ельцина. Перехватил мяч, по-моему, это Шелия был. А это Александр Царенко. Ну вот, параллельно проходят с нашим матчем не только встреча ЦСКА «Жемчужина», но и матч «Спартак-КамАЗ-Челы». И после первого тайма спартаковцы выигрывают 2-1. Главные преследователи клуба «Алания» пока вот после первого тайма в своих матчах выигрывают. Атаки футболиста Алании. Чисто отбирает мяч Шмарко. Нет. Все в порядке. Можно играть. Корнеец. Шмарко сегодня выделяется в обороне у Ротора. В прошлом сезоне он и Геращенко первую часть сезона пропустили, первую часть чемпионата. Но потом вот выздоровели и выглядели неплохо. Но вот Геращенко вновь нет в составе, а Шмарко. Шмарко активен, очень полезен. Выполняет большой объем работ. Касымов. Можно играть, Веретенников. Есипов как быстро перевел игру на Нидергауса. Опять вновь Ротор в контратаке. Нидергаус в штрафную площадь. Проиграл борьбу за этот мяч. Положение вне игры. Все-таки очень уставшим выглядит клуб «Алания». И, может быть, сказывается то, что очень ответственный матч с «Локомотивом» футболисты «Алании» играли в прошлом туре. На этот матч с вице-чемпионом страны, с обладателем Кубка России, ведь особый нужен настрой. Но, впрочем, «Ротор» ведь тоже проводил матч в ближайшую среду. Прошедшую среду. Уже в ближайшую среду будет футбол на телеканале ОРТ из Рима. Финал Кубка Чемпионов.
Касымов. Шмарко перехватил мяч. И вновь длинный пас туда за спину защитникам. Борзенков. Ну что ж, угловой удар. И по традиции уже Олег Веретенников с правого фланга выполняет угловой. Слева Игорь Корнилец. Ну, может быть, кто-то из болельщиков удивится. Веретенников ведь и в штрафной полезен при розыгрыше стандартных положений. Но там есть наигранная комбинация у волгоградцев. Правда, вот сейчас не получилось. Беркетов. Хорошая передача. Показывают владикавказцы, что положение вне игры, но положение вне игры нет. Нидергаус там что делает? А вы посмотрите. В штангу мяч попал. Сколько моментов у ротора. Сколько моментов у Нидергауса. Острейшая ситуация. Под очень острым углом находился игрок волгоградского клуба. Вот смотрим. Обыграл Крамаренко. Пустые ворота. Ну а арбитр Виктор Филиппов подзывает, по-моему, Яновского. А, и попросил, чтобы принес извинения волгоградскому футболисту. Ну, очень это радует. Джентльменское такое поведение. Удар! Так, по-моему, до свистка был нанесен удар, поэтому надо перебить. Очень хитро волгоградцы разыгрывают штрафной и удар по воротам. Валерий Бурлаченко на ваших экранах, опорный полузащитник волгоградского клуба. Не точно. И там в офсайд залез кто-то из волгоградцев, по-моему, это Нидергаус. Около 20 минут сыграно в матче Ротор-Алания. Прямой репортаж на телеканале ОРТ. Центральный матч 13-го тура чемпионата России. И замена. В составе ротора вместо Александра Царенко появляется другой Александр, 21-летний Александр Зернов. Нападающий. Вообще, Виктор Прокопенко, тренер ротора, обладает удивительным умением. Он прекрасно распознает, казалось бы, на первый взгляд, таких невзрачных футболистов таланты. Я помню, как лет 7 назад, совершенно неожиданно в составе Черноморца, когда тогда тренировал команду Прокопенко, появились совсем еще юные Илья Цымбаларь и Юрий Никифоров. Многие удивлялись, ну вот как же так они попали в состав. Ну вот посмотрите, в каких мастеров европейского класса выросли Никифоров и Цымбаларь сейчас. Именно Виктор Евгеньевич Прокопенко открыл их для нашего футбола, подготовил их, выпистывал их еще в Черноморце. И вот сейчас они на ведущих позициях в «Спартаке» московском и в сборной. И вот в прошлом сезоне Александр Зернов из клуба «Текстильщик Иваново» пригласил его Прокопенко, молодой нападающий, ему 21 год. И не мог еще играть в чемпионате России, потому что закончился уже период до заявок. Играл только в европейских кубках Зернов и выглядел, в общем, достойно. Не хватало опыта, но выглядел неплохо в матчах с Манчестер Юнайтед и с Бордо.
Так что тренеры возлагают на него большие надежды. Присмотритесь к этому футболисту. Александр Зернов под 15 номером вышел на поле в составе волгоградского «Ротора». Нужно чем-то очень запомниться, чем-то очень выделиться, чтобы получить приглашение от Виктора Евгеньевича Прокопенко. Просто так он никого в команду не приглашает. Вообще очень продуманную кадровую политику ведут наставники «Ротора». И в этом, как мне кажется, один из залогов успеха. Очень стабильный состав. Уже несколько лет. И приглашаются футболисты на конкретные позиции, на конкретные места. Футболисты, которые действительно могут команду усилить. И «Ротор» сейчас один из лидеров нашего футбола. И «Ротор» обыгрывает к середине второго тайма 2-0 клуб «Алания» из Владикавказа, чемпиона страны прошлого года. Хотя «Алания» атакует. Команда, может быть, не очень свежо выглядит, «Алания», но пытается как-то переломить ход поединка этого. Конищев. Вновь мяч возвращается к нападающему «Алании». Ну что, обыграет он тут своего опекуна, даже двух. Сделал передачу неточную. Тетрадзе. Битаров. И удар от ворот. Валерий Есипов на ваших экранах. В свое время ведь играл в нападении, вы помните, но совершенно по-новому раскрылся на месте крайнего полузащитника. Кажется, что это место для него как раз создано. Такие стремительные совершают пароходы, острые порой. Ну а в атаке «Алания» Конищев. Удар не очень сильным получился. И аут. Ну вот Зернов вышел на замену в матч с КамАЗом, так же вот как сегодня, и забил мяч. Так что нужно ждать, конечно, опасности от этого игрока. Вновь перехватил мяч Корнеец. Около 25 минут уже сыграли команды во втором тайме. По-прежнему 2-0. Олег Веретенников открыл счет на 7-й минуте первого тайма. И Владимир Нидергаус в конце, в самом первом тайме встречи, забился в штрафного. Отличный мяч. «Ротор» атакует. Нидергаус. Два момента еще было у Нидергауса в этом матче. Два хороших момента, чтобы добиться успеха. Вновь Валерий Есипов на ваших экранах. Тетрадзе. Ну, какая-то странная несогласованность. Просто не похожи на себя футболисты «Алании» в сегодняшнем матче. Ну, еще раз скажу, есть, конечно, объективные причины, почему в этом году владикавказским футболистам сложнее играть, чем в прошлом сезоне. Ну, вот какой гол! Вы посмотрите! 3-0! Но все-таки уж...
Очень бледно выглядят футболисты Алании. 3-0. Передачу сделал Максим Тищенко. Выкатил мяч под удар. Прекрасно. По-моему, Александру Беркетову. Да, Александр Беркетов забивает третий мяч. 3-0. Кто бы мог подумать? Вот так ликуют болельщики. И видите, меньше 20 минут уже до окончания этого матча. Еще раз хочу напомнить, что хоть есть в активе у Ротора победа над клубом Алания, но одержана она в городе Волжске. А вот на этом стадионе ни разу Ротору не удавалось обыграть владикавказских футболистов. И Ротор близок к тому, хотя еще впереди почти 20 минут игры, чтобы добиться успеха в этом матче. В случае победы у Ротора будет 26 очков, у Алании 29. Видите, такая интересная ситуация, трехочковая система. Даже самый большой разрыв можно за 1-2 тура ликвидировать. Веретенников опять перехватывает мяч и идет вперед. Но там трудно ему было, конечно, в борьбе с Тетрадзе. Но Веретенников очень хорош сегодня. Получил травму, но ни о какой замене речи быть не может. Играет, играет активно. И один из лучших на поле в составе Ротора сегодня. Косымов. Косымову вроде бы много дают, что называется, возиться с мячом, но все это вдалеке от ворот. Ни одного удара такого острого Косымову нанести так и не удалось. И приятно, что в канун вот этого турнира, в котором Ротор, так же как и КамАЗ и Уралмаш будут дебютировать, приятно, что Ротор находится в неплохой форме. Веретенников! Пожалуй, первый раз в этом матче он пробил издали. Ну, каким он обладает ударом, вы все прекрасно знаете. Хоть практически все свои мячи в прошлом сезоне он забил из-за пределов штрафной площади. Хороший удар. Еще одна замена, и появляется Эдуард Бакаев. Вместо Конищева. Между прочим, самый молодой игрок Эдуард Бакаев, ему 17... Простите, да. Сикоев. Сикоев появился. 17 номер Сикоев. 19 лет Тамерлану Сикоеву. Вот он заменил Анатолия Конищева. У Бакаева 18 номер. Но радует, что в составе владикавказской команды много воспитанников местного осетинского футбола. Много молодых футболистов, которые со временем, наверное, могут вырасти больших мастеров. Как вот Игорь Яновский, который сейчас сделал передачу на Косымова. Косымов на Тетрадзе. Свежести явно не хватает Алании. Но вот неплохая атака, не дали там дотянуться до мяча. По-моему, это Тимофеев был. А за воротами Ротора, так я смотрю, Назим Сулейманов стоит, облокотившись на рекламный плакат. Прекрасный нападающий, но он сегодня в запасе и на поле уже не выйдет. Ну что ж, меньше 15 минут до окончания этого матча, в котором футболисты Ротора выигрывают 3-0. И на ваших экранах Альберт Борзенков. Тищенко. Очень он напоминает Веретенникова
по манере игры. Нидергаус. Ротору сегодня удается очень многое. И фирменные эти фланговые проходы. И переводы мяча из глубины поля туда к линии штрафной. Передача на 30-40 метров. Такая размашистая, мощная игра, которая всегда отличала Ротор. И сегодня лучшие свои качества Ротор продемонстрировал. Вновь в атаке хозяева. Но даже если Алания сегодня проиграет, все равно мы желаем этой команде успехов и в чемпионате России, и на европейской арене, и надеемся на то, что эта команда нас еще порадует успешными матчами. Веретенников. У каждой команды бывают неудачные встречи, спады. Тем более такой плотный, такой суровый календарь. Матчи через два дня на третий приходится играть. Даже в случае поражения Алания останется на первой строчке в турнирной таблице. Веретенников. И вот неожиданно, как мяч оказывается у Касымова, но угловой. Быстро разыграли мяч футболисты Алании. Касымов. Но болельщики просто неистовствуют на трибунах. Вновь атака Ротора. Тищенко. Нидергаус. Веретенников не успел к этому мячу. Выходит на второе место пока. А какой был опять момент у волгоградцев. И вновь у Нидергауса. Сколько у него было моментов. И в первом тайме, вы помните, он бил с близкого расстояния. И вот сейчас. Но, возможно, это все-таки была передача на дальнюю штангу в исполнении Нидергауса. А с мячом Андрей Саморуков. Андрей Саморуков пока сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Если так он и не пропустит сегодня, то сыграет восьмую игру в нынешнем чемпионате, так называемую сухую игру, игру на ноль. Это лучший результат. Пока у Саморукова 7 игр, 6 у Александра Помазуна, голкипера Балтики. Ну а всего во всех чемпионатах России Саморуков провел 47 матчей на ноль. 47, так же как Заур Хапов, вратарь Алании, который сегодня в запасе. Больше матчей на ноль имеет только голкипер Локомотива Сергей Овчинников. Ну, зрителям показалось, что, может быть, пенальти надо было назначить, но судьи другое мнение. Виктор Филиппов, москвич, обслуживает сегодняшнюю встречу. Битаров. Шеле. Вот не дотянул сейчас до мяча Шмарко, но партнеры боролись в этой ситуации до конца. Мяч выбит, но недалеко. Удар по воротам. Там мяч задел кого-то из футболистов. Да, футболистов Ротора, так что угловой.
сколько игроков Алании и штрафной площади. Веретенников. Ну и так тоже можно. Вот как борется Веретенников, посмотрите. Вне игры. Вне игры. Фиксирует боковой судья. Вы посмотрите, какой там неприятный эпизод. Сергей Тимофеев что-то не поделил с кем-то из волгоградцев. Вот мы обещали вас информировать о ходе других матчей. Вот такая любопытная информация. Лада Тольяттинская, которая занимает последнее место, как вы знаете, выигрывает у Зенита из Санкт-Петербурга 1-0. Ну и трудно мне сказать, окончательный это результат или нет, но своеобразная сенсация будет, если Лада выиграет. Все-таки Зенит выступает неплохо в этом сезоне. Веретенников. Ух, какой удар! Метров с 35. Тимофеев. Один из самых опытных в составе Алании. Ну, 31 год. Хороший персонажчик Тимофеев. Но сегодня он не смог проявить своих лучших качеств. Еще одна замена в составе ротора. 14 номер Эмиль Цацкин появляется. Вместо Нидергауса. Вместо выбывшего из игры Владимира Нидергауза номер 8 на поле вышел Эмиль Цацкин номер 14. Эмиль Цацкин приглашен в ротор был из команды Торпедо Таганрог. Ну а что касается матча «Зенит-Лада», то действительно «Лада» выиграла 1-0 у «Зенита». Набрала 10 очков и сразу поднялась. Ну, всех результатов мы еще не знаем. Пока вот на данный момент поднялась в турнирной таблице аж на 6 ступенек. И устроилась вслед за «Балтикой». Ну а до конца матча ротор Алания остается меньше 5 минут. И еще одну замену проводит Виктор Прокопенко. Сергей Илюшин готовится войти в игру. А это Цацкин получает мяч. Ну вот сегодня ротор играл по существу с одним чистым нападающим, Нидергаусом. А так обычно Нидергаус составляет компанию либо Зернов, либо Илюшин. Но вот сегодня и один, и другой, возможно, через несколько секунд, Илюшин вышли на замену. Ну, наш матч заканчивается, а несколько матчей чемпионата России только в эти минуты начались. 18:30. Московский «Локомотив» начал встречу с «Балтикой». И еще одна интересная игра «Крылья Советов». «Крылья Советов» «Динамо». Вы знаете, что стадион в Самаре дисквалифицирован, и «Крылья Советов» проведут встречу с «Динамовцами» там же, где играла «Лада», то есть в Тольятти. Вот представляете себе, в один день на одном поле с интервалом буквально там в полчаса две игры. Ну а у нас 3-0. Вышел на поле Илюшин. Три замены использовал Виктор Прокопенко. И совсем уже немного времени до конца матча. Ну что ж, можно уже сказать с уверенностью, что сегодня ротор выиграет. Выиграет у лидера нашего чемпионата. 3-0. Он и угадает. Навес в штрафную площадь, мяч за пределами штрафной площади. Итак, у Алании 29 очков после этого матча. У ЦСКА и Спартака, если команда одержит победу по 27, ну, Спартака наверняка выиграет. Команда 27 очков, у ротора 26. И борьба обостряется за лидерство в чемпионате России. Итак, 3-0. Футболисты волгоградского ротора провели, наверное, лучший матч в сезоне и обыграли клуб «Аланию» со счетом 3-0. И мы, я думаю, можем посмотреть мячи, которые были забиты в этом матче. Три мяча, каждый из них очень
красив был. Вот атака в первом тайме футболистов. Ротора Веретенников нашел в штрафной площади партнера, сыграл в стенку, получил мяч и точно пробил. В конце первого тайма исполнил прекрасно штрафной Владимир Нидергаус. Забил свой пятый мяч в сезоне, так же, как и Олег Веретенников. И, наконец, в середине второго тайма Максим Тищенко, посмотрите, сделал великолепный пас прямо под удар Александру Беркетову. Так